Итак, третий раунд Аль Мактум Челлендж на старте. 2000 метров, приготовились. Прием очень важен. И поехали! Хорошо принимает Тейлор Зроу, и хорошо принимает Роман Росса, и хорошо принимает Great Collection. Вперед выходит Salute the Soldier, и тут же полем Роман Россо. Между ними Тейлор Зроу, далее третий номер Hypothetical. Тут же перед ним идет Салтарин Дубай. Ну и на пятом месте The Great Collection. Далее по бровке Quip полевой стороной Secret Ambition. Фернас. И замыкают с большим просветом New Trails и Годольфиновский Дубай Мираж. Салют и Soldier ведет, но пейс довольно-таки спокойный. Никто форсировать не хочет. Салют и Soldier впереди где-то на корпус, сзади вторым Тейлорс Роу, Роман Россо под седлом Антонио Фрезу третьим. Далее по бровке Салтарин Дубай, полевой стороной Hypothetical, и тут же The Great Collection. The Great Collection выходит на четвертое место. Далее Secret Ambition, Quip, Фернас, New Trails и замыкает первый номер Дубай Мираж. Скачку ведет Салют и Soldier. Оглядывается назад Пэт Добс на The Great Collection и тоже не форсирует ситуацию при входе в последний поворот. И тут же Роман Россо. Салют и Soldier и Роман Россо впереди. На третьем месте идет Hypothetical, на четвертом The Great Collection. Далее пошел назад Тейлорс Роу, к нему подходит Secret Ambition. Скачку ведет Салют и Soldier. На Роман Россо Антонио Фрезо уже в посыле, Hypothetical в засаде. И тут же на четвертом месте The Great Collection при выходе на финишную прямую. Далее Secret Ambition. И начинает бросок New Trails. Итак, финишная прямая. В руках еще Адри де Фриз едет на Салюте Солджере. На второе место выходит Hypothetical. Далее Роман Россо. Полевой стороной The Great Collection. И по бровке Secret Ambition. 300 метров до финиша. Скачку ведет Салюте Солджер. Его атакует Hypothetical. Далее идет на третьем месте Роман Россо. Но Салюте Солджер приближается к финишу. Последние метры дистанции. И Салюте Солджер. Салютуем мы этому солдату, победителю третьего раунда Аль Мактум Челлендж.